Вот смотрите, машина. Вначале 5500, потом 24 месяца по 604 баксов. Год 13-й, проезд 298 тысяч. Машина на могу? Малибу. Нече? Бринче? Первая позиция Малибу. Видите? В рассрочку. Если интересно, можете позвонить по вот этому номеру. Может, договоритесь, как-то может получится договориться. Кстати, есть баллон, метан поставлен. Это даже очень даже отлично. Коптила. $10,000 в начале, потом 8 тысяч второй месяц, а потом уже с третьего месяца по $670. 2020 года 74 тысячи пробег. Вот телефонный номер. Вот сама машина. Какая морда у машины. Какие фары, смотрите. Такие голубоватого оттенка. Вообще четкая машина. Очень холодно сейчас. Снег идет. Без кофе никак, друзья. Кофе надо пить. Чисто для вас сейчас ходим. Чисто для вас. Смотрим. Дорогие машины тоже сейчас посмотрим. А сами мы пришли за самой дешевой машиной. Купим Матис. Но еще неизвестно. Нужно сейчас смотреть. Подходящую посмотреть. Если нет, то на следующей неделе, в воскресенье, еще раз придем, еще раз посмотрим. Ряд вот таких вот машин. Это, по-моему, уже на короче, когда разделяют деньги, как называется? Вот вначале даешь 12 тысяч, потом по 600 баксов. 23-го года пробег 37 тысяч. Ну, она новая, получается. С выкупом. Аренда с выкупом называется эта тема. Морда машины. Сакодиски тоже такие красивые. Вот еще одна машина. Это корейская, да, по-моему, машина? Так. Еще по деньгам. 12 тысяч в начале, потом 24 месяца по 1200. Пробег 5800, он новый, 23-го года. Аренда с выкупом тоже. Видите, какая машина. Сейчас посмотрим сзади, как вот салон. Монитор даже есть. Вот так выглядит она сзади. Ну что, как вам? Такие иномарки. Вот так вот. Вот так вот все это выглядит, друзья.